Можешь мне объяснить, что произошло здесь? То, что произошло. Вот, пожалуйста, вот она, воронка. Это социальная столовая. Подойдем ближе к воронке, чтобы вы увидели, что делает украинская армия, которая уничтожает те же столовые, которые мы кормим бесплатно, людей, которые восстанавливают город, которые работают просто ни за что, просто за тарелку супа. Зайдите, посмотрите, вот она воронка, вот это все разбитые стекла, которые, у меня слов просто нету, то, что они делают, это просто твари. Это просто твари, этот Порошенко и все это правительство, понимаете? Люди восстанавливают, люди живут, здесь самые нормальные, обыкновенные люди. Здесь нет никого, ни сепаратистов, никого нет. Это просто нормальные люди здесь живут, понимаете? Это школа? Школа, да, вот, спас, вот, школа. Езжайте, езжайте с Богом, езжайте.